Привет всем! Сегодня нарисуем рисунок ко дню влюбленных. При подготовке видео использовалась продукция Artberry, производство компании Эрих Краузе. Набор ярких фломастеров Artberry имеет 18 насыщенных цветов. Сначала нарисуем эскиз. На эскизе изобразим Эйфелеву башню на фоне больших и маленьких сердец. Начнем рисунок с построения Эйфелевой башни. Башня имеет симметричную и правильную форму. Используйте линейку для ровных линий каркаса. Сначала нарисуем горизонтальную линию, а над ней расположим равнобедренный треугольник вытянутой формы. С помощью 4 горизонтальных линий разделим наш треугольник на 3 крупные части. Первые 2 линии отделяют примерно 1/4 часть снизу. Вторая пара линий должна быть расположена в центре. В двух нижних прорисуем по 2 линии основания. У основания нарисуем арку и горизонтальную балку над ней. Третью часть пирамиды рисуем от руки. Соединяем центр с верхней точкой. Теперь убираем вспомогательные линии в стороны самого большого основного треугольника. Теперь более детально прорисовываем башню. В центральной части поместим еще несколько горизонтальных линий. Постепенно создаем стальную конструкцию. По всей высоте башни рисуем по линейке параллельные горизонтальные линии. Теперь в полученных ячейках нашей конструкции необходимо прорисовать крестики. Внимательно посмотрите на рисунок, сравните его с картинкой на экране. Если вдруг где-то не хватает линии, дорисуем ее, а вспомогательные и неудавшиеся линии удалим ластиком. Рисуем большое сердце, как на рисунке. Внутри большого сердца нарисуем сердечко разной величины. Наш рисунок готов. Приступим к раскрашиванию картинки. Черным фломастером обводим башню. Прорисовываем всю конструкцию черным цветом.
красным и розовым фломастерами зарисовываем сердечки. Рисуем внутри каждого сердечка разные узоры, некоторые полностью закрасим. Рисовать просто, но выглядит рисунок очень мило. Не забудь подписаться на канал, если еще не подписан. Также поставь лайк под видео. Хорошего настроения и вдохновения. Пока!